Всем привет, привет, привет! А у меня небольшие переделочки. В общем, валялась у меня моя старенькая блузочка. Как видите, она еще из десятых по стилю, да, звериный принт. Вся такая блестящая, сверкучая, вот видно, да, желтенькие блесточки. Но здесь был очень некрасивый такой вот воротник. Это была просто черная ленточка, которая вот здесь вот сбоку на плечике завязывалась. А я ее очень люблю. Она хоть и синтетическая эта блузочка, но она очень такая приятная, тоненькая. Это такая масляная фибра. Вот. И, в общем-то, на рынке мне попалась вот такая цепочка. Я не показывала ее в моих закромах, потому что я ее купила, ну, отдельно. Стоила она еврик. Вот, это просто украшение. Здесь был замочек, но замочек был некрасивый. Я поставила замочек свой вот сюда. В общем, мне так хотелось уже привести в порядок эту блузочку, потому что она у меня уже лежала, ну, в общем-то, на порезку. То есть я уже хотела из нее сделать какие-то... Она, кстати, на видео смотрится немножко ярче. Она не такая белевая, она не такая. Вот, она вот такая, более светлая. В общем-то, я уже решила порезать эту мою блузочку-футболочку. Вот, и совершенно нечаянно мне попались вот эти вот бусики. Вот эта цепочка, она очень легкая, она такое ощущение, что алюминиевая. Ну, и я решила ее обновить. Ну, не знаю, буду я носить ее там активно как-то. Не знаю, я посмотрю, вот она вот такая. Но, во всяком случае, иногда на пляж под шорты надеть очень даже неплохо, или под длинные штаны. Ну, в общем, вот такая у меня получилась, вот такая получилась переделочка. Ну, даже не переделочка, это, так сказать, ой, даже не знаю, как сказать. В общем, перерождение вещи, старые вещи, неинтересные и ненужные, в новую, может быть, даже иногда носибельную. Ну, вот так. Я думаю, у каждого есть блузочка такого типа, которая уже не носится. Ну, вот ее можно переделать, даже дома можно ее носить. Вот так красиво. Ну, все, всем большое спасибо за просмотр, всем всего самого хорошего и пока-пока-пока-пока-пока.